Сейчас в лесу еще лежит снег и холодно, но скоро здесь начнется настоящая горячая пора. Поэтому сотрудники лесной охраны, пожарные и спасатели провели учения на территории Хлюпинского лесничества. Синоптики обещают, к середине апреля снег растает, а лесничие добавляют, прошлогодняя сухая трава может вспыхнуть от малейшей искры. Это брошенный окурок, это где-то разведенный какой-то, даже может быть мангал, но оставленный без надзора. Происходит возгорание сухой травы, и при, особенно если есть там усиление ветра какое-то, это распространение низового пожара происходит очень быстро. Особенно страдают от лесных пожаров молодые саженцы. Огонь уничтожает их за считанные минуты, а после может распространиться и на жилые дома. Тушение пожара начинается с его локализации. Лесники оценивают рельеф местности, определяют, откуда дует ветер и где разместить технику. Здесь важна каждая деталь. Иногда тушить огонь лучше землей, а не водой. Для этого используют лесные плуги и грейдеры. Дальше осталось уже отработанное всеми нашими сотрудниками, вот нашим ЛПСом, задача – это произвести ликвидацию. Несерьезных возгораний не бывает, говорит Сергей Сармин. Происходят ситуации, когда обычные пожарные не могут даже подступить к месту возгорания. Так случилось в 2021 году, когда на территории Кубинского лесхоза при посадке упал транспортный самолет. И только местные лесники смогли приступить к тушению. С одной стороны было отрезано железными путями железной дороги, а с другой стороны это была речка, и ландшафт вот, был неровный. Соответственно, привлекали нас, мы прорубали значит, проход, проезд для того, чтобы туда проехала техника. Штат лесных пожарных в Голицыно – 12 человек. Весной дополнительно нанимают временных сотрудников. Немаловажно и сотрудничество с другими структурами. Мы сегодня убедились, что силы и средства наши готовы. Люди прошли все обучения, все запланированные нормативными документами наше обучение уже произведены. Соответственно, осталось нам сейчас, мы еще добираем в личный состав тех временных сотрудников, которых мы берем на пожароопасный период. И, в принципе, все, мы готовы на 100%. Какой бы пожароопасный сезон не был в этом году, прошедшие учения показали. Спецслужбы Одинцовского округа к нему готовы. Карина Еряшева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».